Ирина, добрый день. Вопрос из чата. Стоит ли менять цвет волос? Анют, ну, я увидела этот вопрос в чате, я посмотрела фотки, я посмотрела, не помню, кто, девчонка, которая была сначала светленькая, потом стала рыженькая, потом стала сейчас темненькая, и она в любом амплуа прекрасна. Стоит ли менять цвет волос? Ну, наверное, когда вы уже определитесь с платьем, и когда вы уже сделаете репетицию прически и мейка, уже нет. А до этого момента, да, почему нет, главное, чтобы это не было прям вот впритык к свадьбе. Я думаю, что так. Ну, понятно, что вы сначала поэкспериментируете, поменяете цвет волос, это, ну, чтобы не получилось так, что поменяли, рыдали потом 3 дня, что это не ваш цвет, что он вам не нравится, до свадьбы неделя, исправить ничего нельзя, стилист в ужасе, потому что он планировал, что будет это, платье уже к цвету волос не подходит, вся концепция летит просто в прах, в трам-тарарам, ну, в общем, заранее, ну, да, почему нет. А если это прям совсем... перед свадьбой, то не стоит.